Этот вид происходит из Юго-Восточной Азии. Его научное название – Channomicropeltis. Любители называют его змееголовым. Он может вырастать в длину более 1 метра. Змееголов имеет мускулистое длинное тело с черным рисунком. Его спинной плавник тянется по всей спине до хвоста. Его жабры дополнены специальным органом дыхания, позволяющим змееголову жить в воде с небольшим содержанием кислорода. Этот хищный вид поедает и живых, и мертвых животных. Змееголов имеет сильный отцовский инстинкт и заботится и защищает своих мальков в течение нескольких месяцев после того, как они проклюнутся. Однако нам надо помнить, что, несмотря на это, змееголов – безжалостная рыба-хищник. Thank you.